Как слепить каймановую черепаху? Для нее, для туловища, для панциря понадобится два разных зеленых цвета. Один более темный, один более светлый. Делаем туловище вот такой вот формы. Такой, как бы, овальный. Из темного, точнее более темного зеленого пластилина делаем панцирь. И вот, чтобы он не совпадал с туловищем, вот так вот прижимаем, можно вот по краям вот так вот. Потом делаем голову, вот такую острую. Где острое, делаем нос. Потом снизу из телесного цвета делаем брюшко. Брюшко должно быть тонкое. Вот такое вот. Также делаем панцирь. Вот так поднимаем. Вот. Делаем лапки вот такие вот. Передние и задние. Вот, вот так. Делаем длинный хвост, который имеется у этой черепахи. Делаем глаза. И наша черепаха готова.